Как вы думаете, как и почему этот истукан за моей спиной появился здесь, в парке? Да все очень просто. Конечно же, деньги. Почему, скажем, не памятник Андрею Андреевичу Громыко, который предотвратил горячую войну и содержал всю страну в холодной войне, не переходя в фазу горячей? Почему, скажем, не Леониду Ильичу Брежневу, который прошел всю войну? Почему не Анастасу Микояну, который прослужил государству от Ленина до Брежнева, более того, предотвратил войну в Карибском море? А этот человек пробыл в Кремле всего лишь 5 лет и всего лишь замом, причем замом вкупе с другими членами Политбюро ЦК КПСС, Харитоновым, Громыко, еще там несколькими людьми. Все очень просто. У всех остальных нет сыновей президентов, нет сыновей нефтяных магнатов, чтобы папочкам ставить памятники где ни попадя. Ну, впрочем, как появился этот памятник здесь, в Белграде, на Ташмайдане, я вам сейчас расскажу. Как известно, в 90-х годах Югославия пережила кровавую бойню и раскол страны на несколько небольших государств. Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Македонию и Словению. Чуть позже от Сербии оторвались и Черногория с Косово, который признал ряд государств Западной Европы и Соединенные Штаты Америки. В конце 90-х кровавая бойня продолжилась вокруг Косово. Запад решил встать на сторону косовских албанцев, а НАТО на протяжении полутора месяцев начала военную операцию против Сербии, тогда Союзной Республики Югославии. С 24 марта по 10 июня 1999 года НАТО подвергло бомбовой атаке города Югославии, и особые удары пришлись на столицу Белград. Тут камня на камне не оставалось. К моему приезду в Белград улицы хоть и были уже очищены от обвалов, но сами здания смотрелись пыльно, грязно, ветшало. А здание бывшего Министерства обороны Сербии, вернее, только часть фасада, прикрывал огромный баннер. Видимо, чтобы скрыть весь этот ужас. Многие считают, что сербы намеренно не реконструируют здания, оставляют для истории. Но это не так. У сербов нет денег, чтобы все это вмиг восстановить. Поэтому благодарны любой помощи извне. И это самое «извна» объявилось. Азербайджан. Он решил восстановить главный центральный парк Белграда, Ташмайдан, с условием, что там будет стоять памятник Гейдару Алиеву и мечеть. Сербские власти пошли на такую сделку частично. Согласились принять Алиева, но отказались от мечети, заранее заверив, что Сербия православная страна и вторая мечеть в городе ни к чему, так как одна уже есть на окраине Белграда. Азербайджан уже мотивировал тем, что парк будут отстраивать 3000 азербайджанских рабочих, и им нужно где-то молиться, якобы. Сербы не отступали, в конце концов решили остановиться на одном только Гейдаре Алиеве. В 2011 году началось восстановление парка с участием 3000 азербайджанских рабочих богомолов. Как вы видели, парк в хорошем состоянии, Алиев стоит, и самое интересное, рядом с ним стоит другой памятник сербскому писателю Милораду Павичу. Буквально в 10 метрах от Алиева, не думаю, что он был знаком с Павичем, просто условия сербов были таковы, раз уж в главном парке Сербии никому им неизвестный Алиев, то было бы справедливо хотя бы поставить памятник и Павичу, умершему за 3 года до начала восстановления Ташмайдана.
На этом мы порешили. Только в Азербайджане книжки-то не особо любят читать. Если бы читали, то знали, что сербский писатель Павич, номинированный на Нобелевскую премию по литературе, в своих произведениях, коих сотни, и среди которых исторические, писал и об Армении, и о Грузии, в частности, в трилогии «Бумажный театр», но об Азербайджане ни строчки не оставил. Ну, думаю, Азербайджану это меньше всего нужно. Главное, они вложились, и главное, на Ташмайдане нынче красуется памятник Алиеву. И не важно, что сербы понятия не имеют, ко есть им Хайдар Алиев. То есть из Азербайджана, например. Не знаете. Не знаете. А ono što znam da je je to da je on valjda poklonio novac da se u Beogradu izgradi ovaj park. A mislim da smo zaluđeno trebali da njegovu statuju stavimo u park. Pa ne znam, ovo je spomenik komu su stavljen. Otprilike ovde skupljaju se geji večeras. Zašto? Pa možda zato što kao Hejdar i muškarci misle da to dar gejem. Kaka azerbejdžanska je kampanija strojila drogi po Srbiji. I eto, navjerno je bili hrošije dengi, katorije naše pravitelstvo zarabotalo. I oni sebe pozvaljili, hrošo zdelajem eti drogi, zdelajem remont etova parka, gde se čas je tot pamjatnik. А условие есть поставить памятник кому, какому-то незнакомому человеку, сербскому народу. Вы, если бы сейчас пошли там и спрашивали все это серби, которые будут там в этом парке, может быть, один будет знать, кто он и откуда он. И все такое. Но мне даже сказали, что там по вечерам люди нетрадиционной ориентации собираются. Ну да, наверное, из-за его имя. Он там какой Гейдар, Хейдар, как ему имя. Да, мне это сказали. Да, это точно, да. То есть ради строительства этого самого парка и был поставлен этот парк? Да, это было условие Азеров, чтобы ремонтировали этот парк, мы поставим папуле этот памятник. Я думаю, его сын был тогда президентом, не знаю точно. Вот так хотелось как лучше, а получился очередной дар геям. Кстати, в Мексике такой дар не оценили, и у меня был репортаж из мексиканской столицы. Как мне кажется, той же азербайджанской интеллигенции, думающей, нормальной интеллигенции, самим неловко, что кроме как Алиеву некому больше в мире ставить памятники азербайджанцам. А есть, к примеру, пара личностей, но и они сомнительного происхождения. Муслим Магомаев, который известен только на постсоветском пространстве, и тот, не имеющий ни капли азербайджанской крови, и Низами Гянджеви, который для всего мира персидский классик, а для Азербайджана, с легкой руки кремлевских строителей новых наций и народов, ставший азербайджанским. Да и вообще стыдно как-то ставить памятники баш на баш. Вроде как помочь решили Сербии с восстановлением города, но с условием на памятник отца диктатора. А раз уж помогаете, то делайте это безвозмездно. Да и какие заслуги Алиева перед Югославией? Никаких. Обычный партийный деятель коммунистического движения, пробывший на посту всего 5 лет. К тому же замом председателя Совета министров СССР. Он даже не был героем Советского Союза, в отличие от других членов ЦК КПСС. А в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Гейдар Баба, будучи 18-летним юношей, избежал фронт и не воевал все 4 года войны, ссылаясь на туберкулез. Соответственно, и Белград не освобождал. Азербайджанцы, скажите, вам не стыдно за Алиева в Белграде? Не стыдно, что на костях детей, женщин, стариков, жителей сербской столицы ваши власти помогли с парком из корыстных побуждений? Просто задумайтесь.
Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и обязательно делитесь этим выпуском, как и другими выпусками в своих социальных сетях, для того, чтобы распространять все, что я делаю. Спасибо за внимание. До следующей недели.